Привет, дорогие друзья! Сегодня опять первой новостью будет Nintendo, но внезапно не слухи про новую консоль, а всего лишь большое и серьезное событие — выход их первого мобильного приложения. Почему это большое событие? Да просто потому, что акционеры давным-давно просили компанию начать делать что-то для мобилок, и возможно, что этот релиз — первый шаг к этому. Miatomo — это социальная сеть, где фанаты Nintendo могут обсуждать, насколько их консоль лучше всех остальных, также накапливать баллы, тратить их и создавать уродливых человечков. 31 марта сервис заработает, а до этого времени у всех есть возможность оформить предварительную регистрацию. Ссылка, если что, в верхнем правом углу. А вот теперь снова слухи. Ну куда мы без них? Возможно, действие новой Call of Duty полностью перенесется в открытый космос. Ничего себе! Об этом рассказал пользователь NeoGAF, а позже подтверждение информации нашел сайт Eurogamer. Нам остается только ждать E3. Конечно, в Ghost был один эпизод с космической станцией, но чтобы вся игра... Еще на E3 стоит ждать анонса Watch Dogs 2. Просто потому, что пора уже. И хоть игра не анонсирована, ребята из Ubisoft уже проговорились о том, что она будет дружить с технологиями AMD. А значит, лучше оптимизированы под эти видеокарты и процессоры. Напомню, что раньше партнером Ubisoft была Nvidia. Логично, а кто еще? Но, видимо, у компании испортились отношения. Теперь ваша любимая тема гендерного равноправия. Вы же знаете Риану Пратчетт, сценаристку, которой многие проклинают за Mirror's Edge и новую Лару. И хвалит гильдия сценаристов, удостоившая Rise of the Tomb Raider званием лучшего игрового сценария 2015 года. Так вот, Риана считает, что женщин в видеоиграх показывают слишком сильными. Да-да-да, все эти матерые убийцы якобы не отображают истинного положения вещей, и нам нужны слабые женские персонажи. Я бы посмотрел на ее дебаты против Аниты Саркисян, которая считает, что женщин наоборот показывают слишком слабыми и незначительными. А к чему я это? Да к тому, что пока Риана распинается о слишком сильных женщинах, Blizzard удовлетворили требования одной фанатки и убрали победную позу трейсера, где та красовалась со спины. Надо признать, что в своем обращении пользователь говорила о том, что по ее мнению такой вид не идет только трейсеру. У вдовы, например, все подходит к образу. И вроде как можно согласиться, что трейсер скорее пацанка. Лично мне кажется, что героиня скорее озорная и просто дразнит, нежели пытается показать кому-то свою сексуальность. Но факт остается фактом. Одним красивым планом попы в игре стало меньше. Теперь к более насущным вещам. Некоторые игры, как хорошее вино, им надо настояться. Вот, например, в Steam вышла игра, разработанная еще 23 года назад. 1993 Space Machine. Это космический шутер, который сделали четверо шведов, будучи подростками. Потом, как положено подросткам, они разругались, и игра оказалась заброшена на чердак. Но осенью 2013 года главный разработчик наткнулся на нее, разбирая старые вещи, и с помощью своей студии освежил движок и выпустил в Steam. Но уровни и механик остались прежними, так что сейчас там доступно не просто ретро, а настоящая неизданная игра того времени. Уверен, что среди вас есть любители такого. А на Xbox One и Windows 10 сегодня стартует новый сезон Killer Instinct. Если у вас уже есть игра на консоли, то вы в любой момент сможете играть на ПК, при этом с того же самого места. Также в игру добавили 6 новых бойцов, поэтому любителям файтингов есть чем заняться. А с вами был Павел Пивоваров. До встречи завтра в 20:00 на том же самом сайте. Друзья, этот милый котеночек очень грустит, когда вы не делаете репосты наших видео и не подписываетесь. Нажмите на котеночка, чтобы подписаться на наш канал. Всем мур-мур, пацаны.